Национальная телерадиокомпания «Чувашия», школа иностранных языков «Язык для успеха» при поддержке Мининформполитики Чувашии представляют. Дала? Угу. Да, я расскажу. Угу, ладно. Табак. Тавдабуш. Тавдабуш. Меньше один. Халиги бипельместик, меню рябых сэрмили. Ну, ку пельмень кафе, а плаплузан пельмень твоен молокона. Пельмени бюрададов. Манхарым пиди вышло. Вышно булзан палахши мелендя. О, эледя псалат, тогда пельмень. Так, что куда пельмень? Премш, а ща ганда пельменьцем. Премш мелендя. Ага, пельмень. Кайк кагаинджень. Мен левол. Да, чёх какая, тогда курга какая пур. А, мэля курга. Кырка булинзе. Кырка какая пур. А, он лан мала. А, эбе вара калейдоскоп и ледеб. Эбе он лан аторах, кунда цир ледес ля пельмень. Ман тудан забыха скелеть. А, мене ще и жеден? А, мене жедеб. Чее. Чее. А куда кофе пур, тогда сок пур и морс. Ты морс. А что, чей жедеб? Табак. Чей жедеб? Эпвара, шурла, щерла, морзе жедеб. Юрать. А перинвалид аргашин пельмень, как кайка гайнджень, тогда калейдоскоп. Калейдоскоп. Калейдоскоп пельмени. Тогда винегрет, перчай и шура щерлы морзе. Тавдабуш. Ильзи тикелище. Тавдабуш. Тогда будь. Пока мама мне терли дисли пельмени. Пока мне интересно. Интересно. Тут лом, калейдоскоп. Кельде меньше мира дадам. Ибе вежихши едзе пуль. Тларах кагай, пула, пакча жимеч, яшка тогда еще едзе. Вежихи рададам. Сергей Местик. Эп самахран пельменью рададам. Ибе на амлантам ха. Ща плабуль. Чинебе калазан. Эбе Чуваш обачими же береги нимде пельместер. А чуваш обачими же миндейн тарать? Тур тебе галазан, хальги чуваш там вежих ще еще болен дем. Лик пара от ларах, когда я ран, шинух ран, пахча же мишрень обацем чене.
Эп. Эпеледзеп. Шурбе. Хуплу. Чогат. Терес, терес. Тогда хуран. Хуран. Хур. Хур. Ну. Хуран марбулинде, хуран гукли боль. Хуран гибыш. Хуран гукли. Хуран чаплан. Куса махне веринзе тухмастов. Хуран гукли. Самохран из-за полезвини хуран вол, мне бы делить. Чок. Мень вол. Хуран вол? Савот. Абат чимиш пожирмели савот. Хуран. Кукли? Кугль замахран вол нынде кукли. Хуран кукли. Урхи урхла галазесен, хуран динче пожир кукли. Интересно, интересно. Все план. Эсвара, пижерме пледени, хуран купли. Легала зандиман, на тларах они пижереть, хуран купли нет. И бы вара тларах щемиру дады. Тут лопите. Если вы не будете мне, туда забыть мастерный. Кайран. Кайран? А, тогда я бы каламаман загаром, хуран гукли. Плети не минрень блать. Чё? Хуран гукли вал. Сухан ран, шмардаран блать. И бы вара. Чиру минченью рада. Пиди дутла. Еп. Щиза курман. Чинахта. Тут он забух массы не дипендитана. Эбе тарандом. Эбе тарандом, хали. Чи еще дипте? Пидела их. Эзе ран икири мин давады? Икири эбе шледеп. Мин же не даду? Маринин илдашку. Вол ясь и Вася ятла. Вол театр ашлиц. Тогда... Театр дашлиц? Театр дашлиц. Тогда музыка калать. Ну, Юра юрлать. Вот. А, вара тебер уйхра, он концерт дипулать. Эбюн да каймастап. Минжин каймастап. Кайран калат. Кайран? Юрать. Вара иран... Вол репетиции начинить. А, репетиции не, чунах так озекла. Эспумастаны? Ибе чунахта праймаста, то ибе рано шледит чунахта. Иди каяски лечи. Шель. Эбе ран каядов. Мускава. Уранах каядыны. Мне варазана, шубашкар, мне чуваш льги, не врендин пеги. Килиши из она гунда. Килиши. Ну, куда пидела их? Каяски вместе. Йо, вара, гангай. Ман вермиле. Палагнде. Шли миле, вермиле. Эс, мана затма по мастами? Ну, концерт до Бураймаста, а репетиция не Бураймаста, затма день Бурада, это боль? Лайх. Межири каяду? Отвада два тара. Два тара? Торжада. Юрать, я псанай, кедеде. Юрать. Андрей, Васина Астладны. Аставадап. Ибернба театр дать был начищал, медях Вася, гитара баби дядь Юра дать, калама. Паяндара Игорь Чвашта Роки театр, вызем халь репетиции не бухунда, халь вызем бать не гаят пар. Ха, кайрымар. Изюхов да гитара калама да, юрлама да юра дадын шаплавек. Шаплав. Аплавузасын паяндана интересли бумала. Физя ван, кайрымар. Вася,
Салам. Салам, дусем. Салам. Деп баян Печенмар. Балажар манын дусем. Павел. Владимир. Ибир баян. Репетиция не бухнда мрдунда. Енчинде камалар зем булзасын. Пиримбе бірле сабынма булдарадыр. Бірнашыр. Баян мінге телендерме шуты дырыха. Пирия тада палақта Андрея. Олег қадарды бар. Уях пада, калашрам чилайчи, саракая, юр-юрлай, адолба тебе, тель булычи. Yeah.
Андрей, сиди гитара по голова блинички, а? Блеп. Сен не сиди мы не блинник, а ладно, да? А щу. Эп, так что на. Айда. Чапла, видел его глядан мотор. Давай. Ну, Вася, ты так там сана? Тавак в середе. Пиди чапла будет, сейчас появится на кирешни. Пиди лайх. Ну, а плавал за сны бергает пар? А же зем сире агаль я раз кельмес перен, а дырга тогда дебр юра, кур дебр ле, юрлаза саванат пар. А да? Кайрмар. Пусть день будет солнечным, друзья. Сегодня снова я, Агаш, и мы продолжаем учить чувашский язык. Еда и музыка. Вот две темы, которые не оставляют никого равнодушными. И в этой серии именно эти две темы стали основными. Итак, как можно по-чувашски передать идею, что вы хотите есть? Конечно, по-разному. Давайте попробуем. Манан чиескилеть. Я хочу есть. Манан чиескилеть. В разговорной речи можно услышать просто «ман чиескилеть». «Манан хырым вышли» – «я проголодался». А дословно «у меня живот проголодался». «Манан хырым вышли» – «ман хырым вышли». «Эбе чиеши» – «я бы хотел покушать». «Эбе чиеши». Теперь я надеюсь, зная эти выражения, вы не пропадете. Следующая фраза, которую мы возьмем на вооружение. «Манан туданза погаскилеть» – «я хочу попробовать». Манан туданза погаскилеть. Здесь глагол «попробовать» переводится двумя словами. Тудан – «пробовать на вкус», который приобретает деепричастный оборот на «са». И «пох» – вспомогательный глагол с общим значением кратковременности или пробного характера действия, как, например, в таких словосочетаниях. Калаш запах – «поговори», «попробуй поговорить». Шухушла запах – «подумай», ту запах – «попробуй сделать». Вернемся к нашей теме о еде. В данной серии герои говорят немного о чувашской национальной еде. Чувашская кухня не изысканная, но очень даже здоровая, потому что в ней много пахчащимич, овощей, мяса. Кстати, в чувашском языке есть два равноправных слова, которые обозначают слово «мясо» – «аш» и «кагай». Очень любопытно был решен вопрос о создании нового термина – «мясные изделия» – «аш-кагай». Кстати, это не новый способ создавать новые слова. Сидельпуган, мебель, дословно стол и стул. А те они, родители, дословно папа, мама и так далее. Возвращаясь к теме чувашской кухни, надо упомянуть, конечно же, яшка, суп, подор, каша, сыть, молоко, турок, также турок. Ну и самое интересное, наверное, что каждую весну чуваши и не только чуваши любят есть сырдей яшки. Суп из сырдей.
Как говорят жители Чувашии, не задумываясь, что «серди» на русский язык переводится как «сныть», то есть «суп из сныти». Ладно, тема еды обширная, и лучше всего поспрашивайте у своих знакомых или погуляйте по просторам интернета. Найдите рецепт приготовления хотя бы так же – «курен куклы» или «шуртан» и попробуйте сделать. Теперь несколько слов о музыке и песнях. Сразу хочу сказать, что учить язык через песни – один из самых эффективных способов научиться говорить. Мы же понравившуюся песню слушаем много раз, а значит, слушаемся и запоминаем лучше. А ведь никто не отменил классического способа изучения языков через многократное повторение. А стихи, положенные на музыку, идеальны для этого способ. Сегодня было несколько песен, но я надеюсь, что их будет много. Пусть звучит чувашский язык чаще и больше рядом с вами, вокруг вас и, самое главное, от вас. Тепредель Булычень. До следующей встречи!